Чтобы адекватно настроить переключатели, я сейчас перекидываю рубашки крест-накрест и подрезаю вот это вот колхозное заводское изготовление, ржавое, криво отрезанное. Сейчас все будет работать намного лучше. Итак, красиво я завел рубашки и тросики. Смотрите, как здорово, как их мало. Они не чиркают обраму. Ключевое слово это чиркает. Столько лишних с завода. То есть вот больше 10 сантиметров я отрезал рубашек. И здесь уже было 5 и еще 10 сантиметров. То есть по 10 сантиметров я отрезал рубашек. Теперь работает все как часы. Колесики крутятся. Ничего нигде не заедает. Ничего нигде не люфтит. Примерно вот так должен работать велосипед из магазина. Ну вот клиенту это обойдется в небольшую сумму денег за настройку. Так что полдня я на это потратил.